последнее время США не сходит заголовков прессы из-за стрельбы полицейских по темнокожим. И сегодня новый случай в Майами. На этот раз офицеры решили обезвредить медицинского работника, который пытался на улице успокоить человека с аутизмом. На кадрах видно, что пациент, который сбежал из спецучреждения, сидит на проезжей части и играет с машинкой. Рядом с ним лежит медработник Чарльз Кинти и, подняв руки, просит не стрелять. В этот момент мужчина и получил пулю в ногу. Власти штата занимаются расследованием инцидента. Полицейский, который стрелял, временно отстранен от работы.